Александр Хорошавин, скандально известный экс-губернатор Сахалина, обвиняемый во взяточничестве, останется под арестом еще 4 месяца. Такое решение сегодня принял Басманный суд. Адвокаты просили выпустить бывшего чиновника под залог в 20 миллионов рублей или же поместить Хорошавина под домашний арест в одну из его московских квартир. Но суд прислушался к гособвинению. Прокуроры заявили, что, выйдя из СИЗО, Хорошавин может оказать давление на свидетелей и даже пытается скрыться за границей. Кроме того, у следователей появилась информация о том, что экс-глава Сахалина может быть причастен и к другим громким преступлениям. Напомню, Хорошавина обвиняют в получении взятки в размере 5,5 миллионов долларов. Эти деньги, как считают сыщики, он брал в виде так называемых откатов с подрядчиков, которые строили энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ. При обыске в квартире бывшего чиновника нашли 1 миллиард рублей наличными, ну а также сотни ювелирных украшений.